Всем привет, с вами снова Лавек Фалкон, и сегодня буду проходить Crash Bandicoot Ancient Trilogy. Наконец-то дошли мы с вами до третьей части. Все будет, как обычно, два уровня. Так, эти пока полины, но к ним потом, ладно, или просто вернемся, так как камни я пока что не собирал. Пока покажу вам сейчас, что уровни. Считаю, надо еще до октября успеть в гоночке шаговать. Ну, и подтвердившись, напоминаю вам, что в эту пятницу в 20:00 пойдет стрим по Mortal Kombat 11, перенесенный с прошлой недели. Также прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать свой комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом, как и ваш на Crash Bandicoot 4. Все ссылки оставлены в описании. Тут как что-то приземлилось у нас. Crash, как обычно, фигней страдает. Мишка трясется. Ука, ука, is free? No, it cannot be. Evil. Маска недовольна. Great evil has come. Не успел. None have dared fail the great Ука, Ука even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Конец получает лилей. Ука, Ука ругается на него. Он явно недоволен. There is now no other power source left on this planet. I know we've had a few unfortunate setbacks and failed, but since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way to amass. И что-то он же думал, пока он вроде бы посидел у Ковтекса. Кто знает английский, может писать в комментариях, что он говорит. After many eons, my evil twin brother Ука Ука has been freed from his. А Куаку нам рассказывает эту историю. Но мало кто что понимает. Так, что на приставке нет русской озвучки. He must be stopped. Это очень и очень жаль. Всем с ними она вроде бы лезет, но даже говорю на приставке. Ука, Ука и Cortex plan to use this time twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. Оставлю спрятан на ваших мелах. И нам надо будет их получать. Good luck. Он нам пожелал удачи и шмотался куда-то. Тоже. Ну, поехали. А дальше вам покажу еще одну штуку, которую я раньше любил делать в детстве. Это пытаться попасть сюда. Ну ладно, не будем играть над бандикутом. Так. Чё это? Куда я поехал? У нас будет сейчас секретный уровень. Не сегодня, конечно, но каким-то образом я его нашел. Я даже когда сам играю, не находил этой платформы. Теперь будем знать. Тут можно на нее поменяться. Так. Так, и первый тур у нас. Так. Пока посоглянем. Алена, я вам покажу. Так. Ну, как обычно, пойдем два тура. Ладно, давайте по порядку действовать, дамы и господа.
Поехали. Пилот не знаю, но поехали. Crash, crash, crash. На, получается, Ковтекс. I must always muck in my mud. Oh, look, I have a mask helping me, too. We will find out which one is more powerful soon enough. Укулка просто молчал, что ж, погнали. Как обычно, будем проходить два уровня. Так. Какая такая средневековая мужичка. Собираем навыки. Жизнь у нас тут очень мало, мы только начали с вами играть. Козёл не мешающий. Обязательно берем маску, она нам поможет. Чекпоинт. Не мешаешь, так. Блин, немного поторопился я. Да, это именно ошибка. Сталинный кое, что ты там, как Сталинная легенда, меч в камне. Ну, махай своим мечом. Охваляемся в бонус. Пока что тут легкие. Но это только начало. Так. Плюс получили. Так. И достаточно легкий бонус у нас с вами. Все забиваем. Здесь надо будет копить. Я еще бы хотел потом увидеть очень ремейк Crash Bash. Ну вот на 5-й PlayStation и выйдет. Так, где яблоко попустило? Так. А возможно это и баван. Точно не скажу. Чекпоинт. Пока все успешно складывается. Давай махаем мечом. Достал. Козел, чтобы не мешался. Петр довольно неплохо пока что идет. Ладно, живи. Так. И у нас будет с вами еще к тому же камень. Блин, исправил, что это пропасть сначала. У нас будет с вами к тому же еще и камень, дамы и господа. Ну и сейчас будет еще один тур, как я вам и говорил. Сейчас только отошмем у него. Потанцуем. Так, поехали. Андал Плешур. Фиг знаешь, что это значит. И нам придется спавать, к счастью, лезть Машка. Блин, тут, к сожалению, нельзя такую самую крутую Машку. Не хочу я к тебе кого, не хочу. Так. Мина, тоже к ней не хочу. Здесь какая-то фигня надувается. Так. А что важно? Так. И даже маску не потерял. Все получилось идеально. Так. Называешь это кула.
чекпоинт. Кажется, довольно неплохо. Так, там лечь кого-либо был. Так, надо его взять. Это с первого показания, я на камере не покажу, но как бы эти датчики лечат, то почему бы и не важно. Нам нужны... Смотрите, вроде бы ничего не пропустил. Так же. Так. Не заметил я этой штуки, хорошо, что оператор мне подсказал. Так же. Так, это самое прикольное. Конечно, нужно что-то не разбивать. Ну, она нас, к сожалению, покидает. Чекпоинт, так же. Так же. Так. Так, 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 так. Поджарили меня, но две маски здесь. Стрелять. Тут под завтрашними очень много датчиков лечь у нас. Можно стрелять все, что лечь. У нас будет камень. Два из двух. Чистое прохождение. Опять потанцуем, сохранюсь, и на этом все. Сохранить. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Напоминаю вам, что в эту пятницу в 20:00 по Москве будет перенесен на стрим по Mortal Kombat 11. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки оставлены в описании. Всем пока!